Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре одноразовый промежуточный рацион питания, сокращенно ОПРП. Это вариант номер 4. Всего их выпускается, кстати, именно 4 варианта. И, как понятно из названия, данный сухой паёк предназначен на один прием пищи. То есть, фактически, это аналог американских рационов MRE, которые также предназначены на один прием. По габаритам они примерно сопоставимы. Если сравнивать, допустим, этот же рацион с суточными пайками по размеру, то выглядит он уже вот так. Что касается упаковки, то она довольно удобная. Имеется ручка для переноски, пластик довольно плотный, приятный. И внутри, что приятно, имеется коробка, чего в некоторых подобных ИРП в аналогах не бывает. На задней части упаковки имеется полная раскладка по меню всех 4 вариантов, а также имеется указание по БЖУ и калорийности. Калорийность варианта номер 4, к сожалению, самая низкая. Здесь 1114 килокалорий. А также здесь указана масса 700 грамм и условия хранения. Что касается сроков годности, то срок годности здесь практически 2 года. Открывается рацион в нижней части упаковки, имеются соответствующие зацепы, и плюс здесь имеется даже зиплок. Внутри основной упаковки имеется коробочка из картона, укладка здесь довольно плотная и аккуратная. Итак, друзья, содержимое рациона перед вами. Во-первых, здесь имеется сопроводительная документация в виде ярлыка вкладыша с дополнительной информацией по различным аксессуарам и специям, сахару, песку и так далее. Также здесь имеется инструкция по использованию рациона питания. Имеется салфетка. Ею я воспользуюсь после окончания трапезы. Здесь также имеются дезинфицирующие салфетки Saldes. Одна предназначена для обработки рук, лица и шеи, и другая для дезинфекции столовых приборов и столовой посуды. Хотя на самом деле, если оценивать именно состав, то состав здесь, как мы видим, примерно одинаковый. Итак, салфеткой я воспользовался, приступаем к осмотру следующего компонента. Следующее, что мы здесь видим, это портативный разогреватель. Он уже, кстати, в такой более компактной и удобной упаковке, в отличие от таких вот больших крупных бумажных, где все болтается. И на самом деле, конечно, консервы Ламистери можно есть и холодными, но наличие разогревателя аж с 3 таблетками – это большой плюс. А также здесь имеются и средства по обеззараживанию воды. Средства для обеззараживания воды – это, собственно, таблетка Aquabreeze 2, вот она маленькая, и 5 таблеток активированного угля. Инструкция по применению перед вами. Если хотите, можете поставить на паузу и подробненько все прочитать. Как вы понимаете, одной таблетки Aquabreeze 2 хватает на 1 литр воды, что на самом деле более чем достаточно на один прием пищи. Что касается напитков, то здесь из напитков только чай. Чай черный, байховый, причем это, судя по всему, чисто армейский заказ, потому что упаковка совершенно непрезентабельная, и сделано все это на Барышском консервном заводе. А к чаю здесь имеется сахар, песок. Здесь его много, 20 грамм, так что, в принципе, вы можете этот сахар разделить на 2 части и пакетик использовать 2 раза, скажем так. То есть получится 2 стакана чая. Итак, чай я уже сделал, вкус у него ожидаемо простой, незамысловатый, но предлагаю наконец перейти к еде. Как видите, здесь есть 2 пачки галет, и здесь имеется икра из овощей домашняя и повидло. То есть предполагается, видимо, что одна пачка уйдет вместе с икрой, другая пачка с повидлом. Итак, друзья, галета с повидлом готова. На самом деле упаковка с повидлом довольно большая, так что при желании вы можете чуть-чуть сэкономить и оставить, например, повидло на потом, либо добавить в чай, к примеру, для дополнительного вкуса. Что ж, протестим. А, конечно, повидло здесь очень вкусное, а с галетами идет очень хорошо. Что касается икры домашней, икра из овощей, то она уже поставляется в упаковке из Ламистера. Для подобных упаковок в комплекте имеется вот такой вот, скажем так, консервный нож. Но, по идее, подобные упаковки должны открываться очень легко при помощи вот подобных ярлычков для открывания. Как видите, этот консервный нож даже не понадобился. На самом деле, Ламистер легко пробивается и, например, какой-нибудь ложкой и так далее. То есть, здесь это не так нужно. А самой икры здесь тоже очень много, так что экономить здесь не приходится. На вкус икра очень замечательная. По консистенции она действительно, как ни странно, напоминает икру, как вы видите.
И если говорить, например, о вкусе, то здесь в основном преобладают томаты. Но поскольку я любитель томатов, то мне, конечно же, все очень нравится. Что касается основного блюда, то это рагу овощное с мясом. А масса консервы 250 грамм. Здесь также имеется хвостик для быстрого открывания. Как видите, стандартный консервный нож здесь даже не нужен. Внутри все выглядит следующим образом. Предлагаю все это разложить на тестовую тарелку, для того, чтобы было все более презентабельно и более наглядно. Итак, друзья, содержимое перед вами, кому как, но мне, в принципе, внешний вид нравится. Если говорить о составе, то состав здесь довольно богатый. Во-первых, здесь имеется картофель, говядина, лук, морковь, белый корень, фасоль, масло сливочное, мука, томатная паста, соль, сахар, лавровый лист, перец черный, перец душистый. Ну и, конечно, лимонная кислота с глутаматом натрия. Что касается количества мяса, то здесь оно представлено в виде вот таких вот ошметков, скажем так, больших, крупных. В принципе, все выглядит более-менее съедобно. Мелкие кусочки мяса здесь тоже встречаются, причем их в достаточном количестве. И это натуральное мясо, не соевый текстурат, как вы понимаете, вот. Всякие жилы и прочее торчит. Ну, давайте попробуем на вкус. На вкус блюдо получилось довольно неплохим. Оно очень нажористо за счет того, что здесь много компонентов, которые продают такое вот кашеобразное состояние всему блюду. Картошка, например, сразу во рту разваливается так, в кашицу. Хорошо фасоль чувствуется. Мясо здесь также в достаточном количестве. Мясной вкус, вот он очень четко ощущается. Куски мяса здесь тоже в достаточном количестве. В целом, хорошее такое вот блюдо. На самом деле, довольно сытное. И в целом, ему я могу поставить зачет. Какие-то вкусовые нюансы здесь в этом кашеобразном состоянии, конечно, немножечко теряются. Но в целом, воспринимается как просто неплохое рагу мясное. И все. Для тех, кто любит что-нибудь поострее или посоленее, имеется перец и соль, соответственно. Так что можете отрегулировать остроту блюда по вашему вкусу. Ну что ж, друзья, на этом обзор рациона ОПРП завершен. Это, напоминаю, вариант номер 4. Постараюсь найти в будущем варианты 1, 2, 3. Рацион мне в целом понравился. Хорошая, удобная упаковка. Надежно защищает сам рацион. Сам рацион, не сказать, что супер какой-то люксовый или деликатесный, но он очень неплохо скомпонован. Есть и сладости, и есть и при этом довольно неплохое основное блюдо. В целом мне понравилось. Ну что ж, а у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока.